Сегодня сложная эпидемиологическая обстановка в Алтайском крае, и каждый день мы фиксируем новое количество заболевших пациентов. В крае развернуто 3323 койки, госпитализировано около 3000 пациентов, и на утро сегодняшнего дня свободный коечный фонд составляет 251 койку. Мы понимаем, что при таком темпе развития эпидемиологической ситуации мы должны двигаться дальше, расширяя коечный фонд. Сегодня мы смотрим возможности третьей городской больницы, которая в короткие сроки, по сути дела за последнюю неделю, мобилизовалась и имеет возможности принять до 160 пациентов в течение нескольких дней. Мы планируем, что в субботу-воскресенье, если на то потребуется, данный госпиталь приступит к процессу оказания медицинской помощи. Интенсивно работают и бригады скорой медицинской помощи. 72 бригады в круглосуточном режиме оказывают ее. И мы также вывели дополнительных диспетчеров, привлекли также диспетчерскую службу города Бийска на оказание медицинской помощи жителям города Барнаула. В ближайшее время 29 машин скорой помощи также вступят в строй и будут оказывать медицинскую помощь, медицинский персонал, задействованный в экстренной неотложной помощи. В поликлиниках Алтайского края продолжается интенсивная также работа, и мы для усиления взаимодействия с населением разворачиваем дополнительные колл-центры. И сегодня практически 50 рабочих мест оснащены и имеют возможность принимать звонки от всех жителей Алтайского края. Город Барнаул, как, наверное, точка напряжения сегодняшнего дня, и 19 колл-центров организованы, и за предыдущие сутки было принято более 9000 обращений. Так, в 14-й поликлинике наиболее сложная ситуация, и там развернуто 2 дополнительных колл-центра. Мы разворачиваем дополнительные мощности и в части лучевой диагностики, и компьютерная томография, как не панацея при диагностике вирусной пневмонии, также задействована у нас и рентген-службы поликлиник. Сегодня в круглосуточном режиме работают 5 КТ-центров в Алтайском крае. Работают и рентген, и флюорографические кабинеты поликлиник. Так, за предыдущие сутки только в городе Барнауле выполнено более 1100 исследований. Помимо этого, понимаем, что напряжение достаточно серьезное и нагрузка на медицинское оборудование серьезная. Мы закупили и монтируем сегодня 4 дополнительных компьютерных томографа. И до конца года еще дополнительно к этому поступит 2 компьютерных томографа. Итого 6 компьютерных томографов дополнительно к тем, что сегодня работают, а работают 7 компьютерных томографов, будет оказывать медицинскую помощь для населения Алтайского края. Расширяется база диагностическая и для исследования и выявления коронавирусной инфекции. За предыдущие сутки, по сути дела, поставлен рекорд и выполнено более 6500 исследований, ПЦР-исследований и выявления коронавирусной инфекции. Планируем также расширение возможностей. В ближайшее время в диагностический центр города Барнаула поступит дополнительное оборудование, которое позволит увеличить мощности, имеющиеся мощности, и увеличить возможности диагностики этого заболевания. Уважаемые жители Алтайского края, обращаюсь к вам с просьбой соблюдения масочного режима. Сегодня требуется мобилизация всей системы здравоохранения и задействованы все ресурсы. Помимо этого, мы привлекаем ресурсы и частного здравоохранения, которые могли бы усилить работу и в дистанционных форматах, и взять часть нагрузки в неотложной помощи. Проведенная встреча говорит о том, что готовность со стороны частной системы здравоохранения имеется. Обращаюсь к каждому, кто смотрит данное обращение. Берегите свое здоровье, здоровье своих родных и близких.